Вывести снег с улиц и не допустить разлива озер. Такую задачу правительство поставило перед властями Челябинска. Город нужно готовить к паводку, выявить места, где возможно подтопление, прочистить ливневые канализации, освободить от мусора канавы для оттока воды. Специалисты отмечают, что за осень и зиму земля промерзла на 50 метров в глубину. Из-за этого влага не будет впитываться. Если не очищать город от снега, в Челябинске возможно подтопление на территории в 224 гектара. В зону риска попадут около 400 жилых домов. И особое внимание власти обратят на улицы у озера Смолино в Ленинском районе. Сейчас там находятся три водонасосные станции. Они откачивают воду из озера, чтобы оно не вышло из берегов. Воды будет больше, чем обычно. Для Челябинска это, во-первых, подъем уровня озера Смолино, где подтапливаются некоторые территории жилые, и повышенные сбросы Шишневского водохранилища. А заместитель губернатора Олег Климов поручил администрации Челябинска следить за участками возможных подтоплений, очистить водоохранные зоны и убрать несанкционированные свалки вблизи водоемов, а также организовать пункты временного размещения людей на случай ЧС. Намечено 426 по городу Челябинску. Вот, это в основном школы, вот, социальная сфера будет занята. Но это мы должны предусматривать все-все наихудшие варианты. Паводка в Челябинске синоптики прогнозируют в середине апреля.